Не знаю. Что, коряга, думаешь? Ну да, вон ветка. Ну ладно. Вот такой вот. Ну, какая большая. Лебеди красавцы. Распушены у них эти самые, почему-то, для чего так? Ну, если нету там у мамы на спине, то один, наверное. Такое ощущение, что только что проплывали же вот несколько тоже. Мои хорошие. Ну, плавают. Мы до этого видели, там было по 4, по 5 даже у одних был детенышей. Ну, что-то ждут, он попрошайничает. Слышишь, пищит так, пи-пи-пи-пи. Это моя хорошая. Мы там только что плавали с маленьким малышом. Малыш уже забрался на спину. Плавают все вокруг. Сейчас подкормишь их, потом они будут постоянно здесь плавать, здесь леска, все это запутаются еще. И мы в Алёзии с маленьким ребеночком приплыли. Ну, не выдержала душа. Покормить надо, раз уж так близко приплыли. Что он там месит ногами? Застряла, что ли? Маленький, а что он мокрый такой? Купался что ли? Я снимаю только. Ты сразу несколько бросаешь, чтобы маленькому доставалось. Это маленький, они забирают этот мальчик. Несколько раз кину. Ой, ты молодец. Смотри, она ногами там что-то месит. Теперь будут приходить, а мы не купили вам особо сильно. Ой, да. Она ветку намесила и испугалась сама ветки, смотри. Это не мы, это вы сами тут наводите. Испугалась она, смотри, ветка ее дотронулась из-под воды. Сейчас мусор сколько нам сделали. Все, папа защитник, а мама испугалась, уплыла, и ребеночек за ней. Тут все, да, что? Они бы сыр будут, нет? А сыр он тонет, он не. Вроде нашел. Она из ребенка так вот самая, что даже не смотрит особо сильно. Ребенку-то. Опять она, видишь, ногами месит. Да. Страшно. Маленький. Ты два куска раз кидаешь, один ребенку, один маме. А так ребенку ничего не достает. Ой, ты маленький, опа. Видишь, несколько кидаешь, он вот это будет схватывает, успевает. Собак, не пугай детей. А то сейчас тебя сожрут вместе с хлебом. Прикуску. Да. Собак пришла. Что это такое? А собак. Собак, чтобы мне тоже кинули, если что-то кормят кого-то, а мне не дают. И мне надо дать. Ты вот сядь-то. А тут так что попрошать. Мусор его нанести, чтобы она нанесила. И он тоже так делает, смотри.
дитё такое маленькое. Да. Жалко. Вот папаша большой. Ну, потому что надо его несколько кусочков прокидаешь, а один он успевает, ходить другой. Ну, палка помешала, все. На рыбку теперь уйдет. Обожжешься? Вот это же сам от батона его обожают. Ну что, дети, давайте, валите отсюда. Такие хорошие. Намесили тут нам в грязи. А вот они, может, намесили, сейчас может рыба приплывет. Он приплывет. Будем с очком сразу. Ага. Смотри, как нам намутили. Тише, тише. Ой, господи, я прям сама боюсь. А что ты сам съел? Все, плывите давайте, плывите. Ну что ты, я говорю, плывите, а ты им еще даешь. Так они потом еще приплывут, нас нечем будет кормить их. Все перекусили, хватит. Ну ты посмотри какой. Взял хоть? Да. О, ты господи, какой наглый. Папашка. Там вот это, где тут что будет? Самолетики куда пропали? Вот. Хотела снять, что-то я туда не улетел. На, осторожно. Осторожно. Чуть пальцы не откусил. Конечно. Он зря нас бежит прям. Да, да, да. Не вижу, он намутили, а теперь там что-то ищут. Наверное, еда, может, какая там они. Ты больше теперь. Такие хорошенькие. Маленький, один, да. Все, все, давайте, приходите потом попозже вечером. Красавцы. Наступила вот на такую красоту. Так, здесь бабочка красивая была. Прям бежит. Бежит, бежит, бежит. Куда бежит? Лохматая такая. Куда лохматая? Не бежит, а нет? Пробует даже. Никаких эмоций. Ну ладно, беги. Вот там, да, речка. Чубит она. Там бежит. Не вижу ее, куда она так одевалась. Шевелит все-таки. О, ползла там. Видите? Короче, сходила она к воде, поняла, что ей не надо. Теперь вот лазит что-то там по траве. Плохо видно. Чего хочет? Заросли как это. Угу, мы тебя нашли. Все, поняла, что зашли. Все, все, все. Пошу тебя. Хочу подниматься на опять. Ну, вот сейчас мы попробуем ее снять, красавицу такую. Нет, она снаружи, я думала, она внутри. Она снаружи. Красивая какая. Да, ой. Я на матрас стала шататься. Ой. И ближе никак. Красотка. Ну что, побежишь куда-нибудь, нет? Вдох, она снаружи. Внутри или снаружи? Да снаружи. Ты говоришь, я думаю, внутри, она снаружи. Вдох у нас.
Пытаемся вас снимать скрытой камерой. Мушек, наверное, ловит. Красавица на потолке. Я думала, она внутри, она снаружи залезла. И никак. У нас гости. Питер, гости. Хвостом. Так, наш лов. Остановим на котлету.